21 августа, Одесса. 5 минут назад появилась информация от оперативного командования ЮР о том, что Россия наращивает число ракетоносцев в Черном море в преддверии Дня независимости Украины. Наталья Гуменюк сообщает, цитирую, «Мы видим, что они существенно увеличили количество ракетоносцев в Черном море, в частности с ракетами «Калибр», их сейчас 5, в том числе и подводные». Она также призвала быть готовыми к возможному увеличению количества обстрелов, но при этом не поддаваться панике и попросила не игнорировать воздушные тревоги. На данный момент в Черном море корабельная группировка боевой готовности увеличилась до 2 больших десантных кораблей и 5 ракетоносцев с общим количеством свыше 30 ракет типа «Калибр». Я желаю всем мирного неба над головой. Берегите себя!